Добрый день! Сегодня готовлю вкусный, сытный и полезный салат с селедкой. Готовится очень просто, из самых простых ингредиентов, а достойно украсит даже праздничный стол. Одним из ингредиентов салата есть свекла. Свеклу я хорошо мою, перекладываю на фольгу, фольгу подворачиваю, наливаю немножко воды, заворачиваю плотненько фольгу и ставлю свеклу запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 40-50 минут до готовности. Пока у нас свекла запекается, полстакана риса сухого длиннозернистого отправляю в кастрюлю, хорошо его мою до чистой воды и ставлю на плиту вариться до готовности. Прошло 50 минут, свекла наша запеклась. Вот такая вот ароматная, красивая получилась у нас свекла. Она не пригорела, ничего. Сейчас мы ее почистим и будем начинать собирать салат. Свеклу натираем на терку для корейской морковки. Только так натираем, чтобы были кусочки не слишком длинные. Зелень укропа, петрушки и лука мелко нарежем и добавим к свекле. Сюда же добавим отварной рис. Он у нас хорошо сварился, вот такой вот рассыпчатый. Я в салат сюда добавлю половинку нашего риса, так как я сварила на 2 порции. Добавляем соль и перец по вкусу. Все заправим сметаной. Добавим 3-4 столовых ложки. Хорошо все размешаем. И основа для нашего салата готова. Отставляем в сторонку. Филе сельди очищаем от мелких косточек. Если есть такое брюшко в селедке, отрезаем его. И нарезаем на такие небольшие кусочки, длинненькие. Для подачи на стол сервируем салат. С помощью 2 ложек выкладываем салат в виде такой небольшой горки. Сверху на каждую горку выкладываем кусочек рыбки и украшаем зеленью. Салатик наш готов. А я желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что готовили со мной. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте. До встречи в новых видео.